Так, дорогая публика, здравствуйте. Вот сегодня мы с Романом Вячеславовичем Шаминым, доктором физмат-наук, говорим. И он директор одного из институтов, входящих в систему МИРА. И он там преподает математику. И он написал первую часть курса по матанализу, который он там читает. Ну вот семестр приближается, не знаю, вы смотрите, уже начался семестр, не начался. Вот мы сегодня в кои-то веки про такой вот чистую кондовую математику, математический анализ. Это такая классика матобразования. Ей учат, ну, вообще всех, по-моему, да? Даже те люди, которые вроде как далеки от математики, и те азы матанализа изучают. В школе, кстати, есть азы матанализа. Вообще для всех, даже для людей, так сказать, ну, вообще оторванных от какой-либо деятельности практической, да. Да, добрый вечер. Я бы представил матанализ, во всяком случае, про который мы будем говорить. Это такой матанализ как курс для его изучения, который действительно сталкиваются почти все студенты технических вузов, и не только технических, экономических. Вот меня всегда, конечно, очень манила эта дисциплина. И когда я начинал учиться, на первый курс я пошел в 93-м году, тогда, с одной стороны, новых книг по математике не выпускалось вовсе, но это понятно. Так сказать, там вообще-то мало каких книг чего выпускалось, а уж точно не по матанализу. А значит, правда, были букинисты. Не как сейчас, когда тут полтора букиниста на всю Москву, а тогда была целая сеть, там Столешников был такой мощный букинист. Ну, была, так сказать, на Ленинском проспекте несколько было. То есть у меня был некий на Молодежной улице. То есть у меня была целая такая... В 115-м магазине был мощный букотдел. 115-й техническая книга. Дом технической книги. Он и сейчас есть там. Правда, по-моему, помирает уже окончательно. Короче, значит, и у меня тогда была такая вот мысль, две мысли у меня было внутренние. Значит, я почему-то считал, что вот типа все будет хорошо, когда в нашей стране, ну, мы доживем до такого. Я не был уверен, что мы это тогда доживем, что у нас будут издаваться книги по матанализу. Надо сказать, что я до этого дожил. Так сказать, и книги по матанализу, не знаю, как сейчас, может быть, пойдет обратно уже, да, так сказать, потому что студенты книг не читают, значит, и нет смысла бумажно уже все издавать, но есть, но не так много. Но, тем не менее, так сказать, Ренессанс был, да, и Фехтенгольца многократно переиздавали, и классики, и многие новые книги авторы писали. А вторая была у меня мысль такая, уже личного характера, что я думал, вот как бы у меня была такая мечта, что вот я когда-нибудь смогу написать учебник по матанализу. Вот, я очень любил учебники по матанализу. Любимый был, конечно, Фехтенгольц, отчасти Кудрявцев, Никольский, вот, так сказать, Вале Пассе, вот этот курс такой старомодный, книги Бермонта. Ну, в общем, был некий набор. Я коллекционировал, можно сказать, книг по матанализу. Ну, и читал их, так сказать. Причем читал даже тогда, когда я знал, ну, как бы предмет. Мне интересно было, как это изложено. Особенно, так сказать, вот книжки Никольского на большом контрасте с Кудрявцем, хотя это, так сказать, люди из одной школы. И, да, курс Смирнова, конечно, многотомный по высшей математике. Вот, и в этом была очень большая эстетика, да, и вот я всегда мечтал, когда я буду, напишу такую, значит, сам напишу учебник. Ну, у меня, на самом деле, уже вышел курс концентрированной высшей математики, там был, в общем, курс матанализ, но сейчас я его написал уже, как вы правильно сказали, для студентов более адаптированный, более, вот именно, так сказать, настроенный на те лекции, которые я буду читать. Так вот, для меня матанализ это всегда была художественная литература. А матанализ рассматривался мной как некий такой триллер, если можно даже сказать, да, как некий детектив, где-то с ужасами, где-то с иронией, в котором действовали различные акторы, да, различные, а это так как бы незримо, да, это и функции, это и точки, это и операции над функциями, там, типа дифференцирования, интегрирования, вот, и, соответственно, существовали определенные, как бы, да, вот, задачи,
как в квесте каком-то, да, вот доказать такую-то теорему. Вот мы берем вот эту функцию, какую-нибудь там непрерывную, например, да, и вот мы хотим доказать, что непрерывная функция, скажем, на отрезке достигает своего максимально-минимального значения. Там, в теореме Вертштрасса такая, да. Вот, это функция, вот она, но это не какая-то конкретная функция, да, это любые функции. Вот мы пытаемся, например, как-то ее поймать, да, она говорит, а я вот могу вот еще так себя вести, тогда вот, значит, нужно построить такие логические, такую логическую цепочку, что загнать эту функцию, чтобы она принимала все максимальное, минимальное значение, вот совершенно не, так сказать, неизбежно, да, то есть она пытается как бы от этого уйти, а мы ее пытаемся поймать, да, и вот в конце концов мы ее ловим. И это вот первый подход. Мне кажется, что вот в матанализе как нигде, так сказать, вот это явно чувствуется. Вот курсы линейной алгебры, которые тоже начинаются читаться, она тоже, в общем, можно относиться к этому курсу аналитической геометрии, но там все-таки, мне кажется, несколько другой. Линейная алгебра – это все-таки предмет скорее сервисный, да, то есть это все-таки инструмент, который потом в том числе и в матанализе, в других науках исследуется. То есть, по сути, там линейная алгебра – это изучение многомерных пространств и действующих в них там векторов, матриц и так далее. Ну, в каком-то смысле тоже да, но вектор – значительно более простой объект, чем функция, и работа с ним как бы намного проще. Ну, аналитическая геометрия – это вообще такая наука, очень простая, мне так кажется. Ну, там есть, конечно, свои построения, но, в общем, так сказать, это самое, там в основном достаточно просто определить, что вот мы каждую точку будем поставлять, так сказать, да, пара или тройка координат, да, и в этих координатах там мы введем понятие плоскости прямой и так далее. Ну, а дальше просто мы выводим формулу для прямой, проходящей там через такую-то точку перпендикулярную такой-то плоскости и так далее. Вот. Но тоже, это тоже, в общем, геометрия не вполне годила. Хотя, ну, тоже некий такой мир, но самый триллер был, конечно, в математическом анализе. И главное в математическом анализе, что, конечно, вот впервые мы с этим сталкиваемся, ну, конечно, может быть, не впервые, но там мы с этим сталкиваемся, так сказать, вот в обыденности, да, это понятие бесконечности. Вот ну, мы будем говорить сейчас про классический математический анализ. Понятно, что его можно там сильно обобщать. И многие там теории пределов, так сказать, да, их можно, так сказать, излагать в топологическом, с помощью топологических каких-то методов, там, через окрестности. Но вот если подходить так вот не по-простому, но по стандартному подходу к матанализу, то вот одна из первых тем, ну, там, понятно, множество, там есть вещественные числа, там супремум, инфинум, уже, так сказать, точно верхней грани, там уже сталкиваемся с такой бесконечностью, уже, да, нам нужно, так сказать, как-то определить непрерывность вот этих вещественных чисел. Ну, тут еще можно как-то аксиоматически из этого там выскользнуть. А вот задача нахождения предела последовательности, вот самая такая простая, вот у нас есть числовая последовательность, да, то есть занумерованные числа, и нам нужно найти предел, определить предел этой последовательности и с ним начинать работать. А чисто так вот умозрительно, с точки зрения, так сказать, непосвященного человека, для того, чтобы узнать, к чему эта последовательность сходится, ну, нам казалось бы, что мы должны обозреть каждый элемент этой последовательности. То есть его пощупать и посмотреть, куда она сходится. Ясно, что это сделать нельзя, и, соответственно, нужны новые инструменты, которые позволили бы, глядя на вот эту последовательность, так сказать, на конечную какую-то часть этой последовательности, ухватить ее полностью. Ну, потому что если у нас там есть, там, условно говоря, три точки там, на плоскости, и ставится задача убедиться, что они лежат на одной прямой или не лежат на одной прямой, там мы можем их построить, эти три точки, и там с помощью линейки, да, как-то проверить, лежат они на одной плоскости или не лежат. Ну, или даже, так сказать, если воспользоваться аналитическим методом, аналитической геометрией, да, мы тоже можем просто это выяснить, потому что точек всего три, мы всех можем перебрать. Там понятно, что если у нас 23 миллиарда точек, и ставится задача узнать, там, принадлежат ли они какому-то кругу радиуса равному 23, то тоже можно теоретически, да, 23 миллиарда точек перебрать и в этом убедиться. А вот матанализ, он ставит задачу, когда нет. Тебе надо исследовать то, что за гранью того, что можно потрогать. И, ну, и так же самое и к интегралам, то же самое и к производным, да, когда мы производные, мы тоже должны
рассматривать понятие предела, вот эту предельную скорость, чтобы ее вычислить, также и к интегралу криволинейным, а то же самое и к рядам, это основные, да, так сказать, моменты математического анализа. И как здесь, какой здесь красивый выход? Ну, выходов, конечно, много, но вот один из таких вот вопросов, когда часто студентов на лекции спрашивают, вот дается определение предела последовательности, да, там, что для любого там эпсилон существует такой номер n, вообще говоря, зависит от эпсилон, что для любых номера n маленький больше, чем вот этот номер n зависит от эпсилон, а модуль разности между an, это член последовательности, и минус, так сказать, а0, ну, то, что, или а большое, что мы считаем пределом, по модулю меньше, чем эпсилон. Ну, это такое стандартное, самое, так сказать, простое определение предела последовательности, абсолютно корректное, хорошее. Так вот спрашивается, где здесь бесконечность? Мы же должны были эту бесконечность как-то обуздать. Так вот, ответ такой, что бесконечность тут в слове для любого эпсилона. Да? То есть мы, конечно, ну и вот в этом учебнике, который я говорю, да, там мы несколько вычисляем пределы по определению. Вот мы там берем какой-то конкретный эпсилон, да, по нему находим там n, потом смотрим, ну, общие правила, как можно по эпсилону найти n и, так сказать, доказываем, что не предел. Так вот, здесь мы в этом определении аккуратненько бесконечность, да, того, чтобы, так сказать, проверить бесконечное число каких-то там неравенств, мы сказали, что для любого такого эпсилона. А что значит для любого эпсилона? Ну, эпсилон, любой положительный эпсилон, их как раз бесконечное число, ну, вообще там континуум, понятное дело. Вот, и мы не имеем права, так сказать, да, остановиться на какой-то там эпсилон равный 1 миллиард. Мы должны обязательно, так сказать, предполагать, что это вот для любого такого эпсилона. И вот это такая вот уловка в определенном смысле, потому что, ну, я сейчас, конечно, мы не будем много говорить про конструктивную математику, мы когда-то про нее говорили, есть и такие люди, которые, так сказать, верят в конструктивную математику, то там такое определение предела не является корректным. То есть не, ну, совершенно неправильно, потому что это определение неконструктивно. На самом деле мы действительно не можем перебрать все эпсилоны. И кроме того, вот это, проверить существование вот этого n тоже мы, вообще говоря, не можем. То есть нет такого алгоритма, который бы по любому эпсилону строил бы такой n. Вот. И, ну, есть понятие конструктивно сходящихся последовательностей, когда, вот, когда предполагается, что существует такой алгоритм, ну, и эпсилон там не любое рациональное, ну, или там, любой вычислимый эпсилон, может быть. Но сейчас не будем, это на первом курсе об этом не говорит. Вот. Но, тем не менее, вот это вот такая хитрый ход, который позволяет вот загнать бесконечность в наши умозаключения. Ну, а дальше больше, дальше, так сказать, мы используем понятие функции, правда, в матанализе, в отличие там, от функционального анализа, функция пишется, когда мы говорим, что пусть функция, мы пишем, ну, я во всяком случае так пишу, повторим, функция f в скобках от x, да, f от x, мы ее говорим. То есть подразумевая, что вот как вот функция f от x мы ее расписываем. В функциональном анализе, если я хочу сказать, что мы оперируем какой-то функцией, то так не пишут. Да? Мы пишем просто f без всякого x, понимая под f саму функцию как правило, которое действует. А вот в матанализе еще записывается f от x, как бы конкретизируя, да, что мы вот, вот, у него такой конкретный такой x. Ну, это такая некая дань традиции. Еще, кстати, должен сказать, вот я в своем учебнике, и я вообще буду стараться, так сказать, и коллег своих на лекциях как бы к этому не подвигать, и даже я на заседании кафедры это сказал, некоторых это поразило. Вот. Я категорически против, ну не то чтобы категорически, я считаю непедагогичным, неправильным использованием квантеров на первом курсе. Ну, дело в том, что классика матанализа такого позднесоветского, российского, оно использование квантеров, да, там, для любого эпсилона, мы пишем, так сказать, вот такой А перевернутую, это читается как для всех, для любого, так сказать, Е перевернутое, как существование там, Е перевернутое с восклицательным знаком существует единственное, там, Е зачеркнутое, значит, не существует и так далее. Есть несколько квантеров, некоторые такие еще используют такой значок непонятный, как обратная вешалка, что-то типа якобы пусть.
я такое иногда встречал в конспекты студентов, значит, кто-то ему и это говорит. Конечно, при краткой записи конспекта это удобно пользоваться, но излагать все же лучше словами. Потому что ну, не ставится задача при изучении матанализа в экономии времени, да, экономии бумаги. И наоборот, чем особенно в начале вы будете медленнее читать курс, тем лучше. Потому что если мы хотим добиться понимания, и человек вот приходит сперва, нужно, чтобы он вошел в такой ритм, и чтобы он не потерял, да, чтобы вот не было, так сказать, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот, поэтому писать для всех надо словами. Ну и в конце концов, если вы откроете вот эти классические учебники по матанализу, которые я вот уже называл, и многие-многие другие, вы там никаких квантов не увидите. Вот. Есть, конечно, там, по-моему, Камынина курс, который используют вот этими значками. По-моему, Зорич этому использует, не уверен, но, по-моему, используется. Вот. Ну и по мне так ни к чему хорошему это не приводит. Да, так сказать, вот эти значки, они, когда человек смотрит на, собственно, так сказать, математическую ткань, она становится менее понятной, и это, вот, и это совершенно неправильно. И самое главное, оно, знаете, как вот Орла было, да, так сказать, новояз, да, значит, почему, так сказать, любят всякие сокращения, да, эти всякие сокращения, они выхолащивают смысл. То есть мы там говорим колхоз, да, колхоз, я понимаю, что такое колхоз. Вот, а вместо того, чтобы если бы говорить коллективное хозяйство, тут можно было бы вспомнить, что это вообще-то коллективное хозяйство, да, что формально колхозники в колхозе, ведь они по идее, это правление колхоза, оно же как бы избиралось, и в принципе, это коллективные решения должны принимать коллективно. Собственно, в этом была идея, да, колхоза. Вот, ну и так далее. То есть многие вот такие сокращения, они выхолощивают смысл. Так и здесь тоже вот эти кванты, они немножко, значит, они немножко делают лекции техничней, но менее, с моей точки зрения, интересно. Да, при чтении лекций по матанализу самое главное, значит, это вот зажечь, так сказать, вот этот огонь искательства у студентов, да, чтобы они на это, чтобы они стали соучастниками доказательства теоремы. Тут мы вот, вот такая теорема, вот такая у нас это задача. Вот сейчас мы ее будем, так сказать, вот при вас решать. Так сказать, да, то есть вот этот детектив, некий детективный метод, вот как Шерлок Холмс, мы рассказываем, как мы поймали ту или иную функцию. И здесь, конечно, литературный, так сказать, стиль, он, в общем, будет полезен. Да? То есть не просто, так сказать, изложить математические доказательства. Это уже понятно там на каких-то персональных конференциях, да, коллег, когда у тебя ограниченное время, вот, и ты должен, да, изложить свои результаты. Тут, конечно, не надо там ну, как бы, да, долго рассказывать, тут можно, так сказать, идти прямым. А студенты – это зрители. Ну, я, в общем, так даже и отношусь к студентам на лекции, да, что, я говорю, что вообще надо, можно даже расслабиться и просто, так сказать, смотреть эту лекцию, потом, если что, вот там, посмотрите видео или там, почитайте учебник, а на самой лекции вы должны вот духом таким проникнуться вот этого матанализа. Вот, и на самом деле название «математический анализ», оно, наверное, уже не очень точно, оно, конечно, глубоко-глубоко историческое, вот, наверное, оно не вполне точное. Вообще, кстати, ну, особенно на Западе, вообще называется анализом, ну, не говоря математике, просто анализ, там, анализ 1, анализ 2, это вполне, так сказать, допустимое название. Более точно, конечно, вот это, так сказать, исчисление дифференциальных, бесконечно мало, как это было в старых курсах, это курс дифференциально-интегрального исчисления, заметьте, как он назывался, Фехтенгольца. Ну, правда, у него были потом книжки про основу математического анализа, но так, дифференциально-интегральное исчисление, но это вот несколько более точно. Конечно, матанализ – синтетическая дисциплина, и четких граней она не имеет, но, тем не менее, есть более-менее, так сказать, понятные ее очертания. Это теория пределов, это теория дифференцируемости функции одной переменной, дифференцируемости функции многих переменных. Это, конечно, интегралы. Сначала, так сказать, неопределенные, потом определенные, потом многомерные, кратные, контурные и так далее. Теория поля. Ну и там теория рядов числовых, функциональных.
целых рядов Фурье, ну, там, может, Стеград, Фурье, ну, вот как-то так. Вот такая, вот это такая поле математического анализа обычно считается, так сказать, стандартным. Математический анализ читается так обычно три семестра, ну, как обычно, сейчас по-разному, вот, но совсем по-хорошему математических, вот, как нас учили, математических направлениях, он, вообще-то он читается четыре семестра, вот, по-хорошему он должен читаться четыре семестра. А обычно первый семестр – это пределы дифференцируемости функции одной переменной и либо начало дифференцируемости многих переменных, либо неопределенный интеграл. Там вот раз, да, второй уже идут интегралы, функции многих переменных. Третий семестр – это всякие кратные ряды, контурные интегралы и так далее. А вот четвертый семестр – это уже ряды функциональные, ряды в Фурье. Ну, и, так сказать, интеграл Фурье обычно этим заканчиваем. Вот, зачастую читается три семестра, иногда читается два семестра, но это уже, конечно, такой сокращенный вариант математического анализа. Иногда, наверное, читается и в один семестр, так сказать, тоже такие опыты тоже бывают, но это уже такие по сокращенному. В принципе, наверное, три семестра – это минимум, как следует изучать математический анализ. Математический анализ, он действительно содержит в себе две компоненты. Иногда сейчас возникает определенное такое, так сказать, срезание углов. Но вообще матанализ, как никакая дисциплина, он состоит из теории и практики. Вот есть дисциплины, там какая-нибудь там алгебраическая топология, там практики, ну, какие можно, но очень, так сказать, это будет вяло, наверное, там в основном упор в теорию. Да, какие-то дисциплины, там, те же теории игр, так сказать, там, конечно, практики надо давать больше, потому что там содержательные примеры и так далее. А вот матанализ нужен и то, и другое. То есть матанализ, если вы не будете учиться выполнять упражнения, да, то есть если вы будете изучать теорию, но не будете знать, как находить простейшие интегралы, как считать там частные производные, как находить пределы последовательности, то, ну, вы матанализ не будете считать, что вы его освоили. Ну, во-первых, вы действительно не прочувствуете, даже если будете понимать теорию. А во-вторых, ну, матанализ – предмет практический, он применяется на практике. А, значит, да, как ничто. И, конечно, там нужна вот это умение практических решений задач. Но в то же время практическое решение задач без глубокого понимания основных моментов математического анализа тоже будет колченогая модель. Да? То есть вы можете, конечно, там, как-то считать интегралы, но если вы не будете точности понимать, например, условия интегрируемости по Риману функций, то вы можете попадать в определенный просак, и при, так сказать, глубоком, так сказать, каких-то инженерных вычислениях можно, так сказать, совершать ошибки, ну, или, во всяком случае, не видеть тех возможностей, которые есть, которые дает математический анализ. А математический анализ является языком современной математики. Ну, вообще-то я так говорю про функциональный анализ, но это уж такой совсем современный. Вот про матанализ – это язык, ну, язык математики. Конечно, в разные разделы математики его используют по-разному. Там теория управления, конечно, во многом, дифференциальное уравнение там, во многом. Там теория чисел, так сказать, в минимальной степени, там. Ну, топология, так сказать, отчасти. Ну, хотя, наверное, современные топологии, конечно, используют и матанализ. Но, во всяком случае, нельзя себе представить человека, считающего, что он разбирается в математике, если он не знает матанализ. Ну, наверное, теоретически, говорю, в теории логики, в какой-нибудь логике, там, в дискретных моментах, наверное, можно жить без, так сказать, интегралов. Но подозреваешь, таких примеров нет. А вот если человек хочет сказать, что я математик, или я хотя бы знаю математику, ну, имеется в виду высшую математику, то вы можете не знать там каких-нибудь хитроумных теорий игр, вы можете там не знать вариационные вычисления, да, таких моментов. Ну, можно сказать, ой, это я не знаю, я тут этим не специализируюсь, ой, я теории чисел не знаю. Но сказать, а я вот не знаю, что такое интеграл, ну, это как-то уже, так сказать, как-то уже не так звучит. Вот, поэтому если вот вы хотите узнать, что такое высшая математика, то вы сталкиваетесь именно с курсом математического анализа. И надо сказать, что математический анализ
является более сложной математической дисциплиной для студентов. Она сложнее обычно, чем линейная алгебра. Ну, тут все зависит, конечно, от того, как преподается и как спрашивается. Да? Тут надо понимать, что... Но речь, одно дело, так сказать, сложность с точки зрения сдать в сессию, другое дело сложность с точки зрения глубокого изучения. Ну, так вот, матанализ, конечно, более сложный, чем линейная алгебра, потому что в линейной алгебре, хотя там и оперируются, так сказать, вещественными числами всюду, но все-таки там много дискретности. Это все-таки такая дискретная наука, да, там у нас конечномерное пространство, у нас конечномерные вектора, которую можем так вот пересчитать, да, там мы редко сталкиваемся с средами, там почти нет интегралов, ну, в классических разделах линейной алгебры, а там в той же самой геометрической геометрии, это более наглядно, более людям, это обычно студентам проще такие вещи изучать. Вот матанализ – это некий такой тест, можете стать математиком или нет. Да, то есть вот если у вас матанализ вызывает, так сказать, непреодолимые трудности, вот, да, то есть вы не можете понять, так сказать, да, там, какие или иных, так сказать, тонкости каких-то определений, ну, например, там, определение предела последовательности даже функции, там есть много тонких моментов, вот, да, если вы вот это, так сказать, не в состоянии этого понять, это плохой сигнал вам, как для математики. Это не значит, что вы плохой человек, не значит, что вы не можете быть там программистом или еще кем-то, вполне может как раз означать, что можете. Вот, но как бы это некий такой сигнал, что с математикой у вас проблемы. Потому что школьная математика – это все же не то, там нет доказательств серьезных, ну, там какие-то в геометрии они бывают, но это совсем не про то, вот, да, то есть умение пройти матанализ – это, собственно, вот умение курса такого молодого бойца, да, то есть вот, если человек скажет, что я не знаю, как пользоваться автоматом, так сказать, наверное, он может там где-то на задворках что-то воевать, но так, всерьез, чтобы воевать, ты должен какие-то основы знать. Вот матанализ – это такая основа и есть. Значит, надо сказать, что из этого часто делается такой вывод, что матанализ сложен, что это сложный предмет, его люди боятся. Значит, здесь и да, и нет. Ну, как предмет, конечно, сложный, как и любой предмет, если, так сказать, его хорошо изучать, сложно все. Значит, матанализ зачастую плохо преподается, потому что он предается всем и таким, значит, потоком, и зачастую преподавателей не хватает, так сказать, не хватает времени так-то, вот, ну, чтобы вот его спокойно изучать. Студенты изначально настроены на то, что у нас ничего не получится, так сказать, я ничего не узнаю, это тоже оказывает деморализующее действие, есть такой эффект. Зачастую матанализ плохо преподают, потому что крайне редко есть, ну, удается, да, найти, так сказать, лекторов, которые вот это вот глубоко ценят матанализ, понимают. Вот зачастую бывает так, что молодой человек, который сам когда-то изучал матанализ, даже может быть хорошо, вот у него висят в голове вот эти штампы, любого Эпсона, такое, и вот он начинает излагать правильно, но быстро, как бы, да, игнорируя вот эти детали. Вот, а я настаиваю, вы можете в заголовок там написать, что матанализ – это гуманитарная дисциплина, это гуманитарная математическая дисциплина. То есть здесь такое маленькое пояснение. Это не для гуманитариев, как там у Саватеева математика, это совсем другое. Но преподавать матанализ надо, используя метод гуманитарных дисциплин. Ну, вот если мы говорим о какой-то истории, да, вот какая-то история каких-то там войн, человек рассматривает там, сколько пушек было у этой стороны, сколько у той, какая была погода, да, то есть, ну, такой историк, он должен погрузиться в детали какого-то там Бородинского, условно говоря, сражения, то есть он хочет там вот исторического, да, там какая была форма, какие были предпосылки того, сего и так далее. Ну, я сейчас, я не историк, я импровизирую. Но излагая это, он же это должен изложить гуманитарно. Не просто дать техническую документацию на какой-то шрапнель, вот она такая, вроде, вот у нее техническая документация. Надо проанализировать, да, надо изложить, объяснить, подсказать, что вот эти пушки были дальнобойные, так сказать, но ненадежные, этих было больше, было меньше, и так далее. Так вот, матанализ то же самое. Предмет матанализа
он не гуманитарен, это те же самые пушки, шрапнели, шинели, там, окопы и так далее, это конкретный фактически. Но излагать именно вот матанализ, ну, вообще-то надо все излагать, но матанализ особенно важен, излагать гуманитарно. То есть человек должен, во-первых, при изложении матанализа обладать хорошей математической культурой речи, недопустимо в матанализе вульгарных математических высказываний, чего очень часто бывает, особенно у молодых преподавателей. Да, вот. И это самая катастрофа. Это раз. Во-вторых, вы должны вот эти пушки и так далее, да, калибры и прочее, вы должны изложить это так, чтобы это поняли люди, которые сложилось общее, ну, так сказать, то представление, которое вы рассказываете. То есть не просто передать определение. Вот есть такие, да, вот учебники, определение. Ну, это хорошо, если это какой-то профессиональный раздел математики, написано для профессионалов, там действительно можно, так сказать, не топтаться, хотя почти всегда хочется и пример. Вот я у себя книжку сначала написал два раза. Сначала я написал вот как, так сказать, становые, а потом я буквально шел и за каждым, так сказать, определением буквально, почти буквально там давался дать пример. Иногда эти примеры даже очень простые, но они нужны. Графики там есть иногда очень простые, но они тоже нужны, потому что человек мыслит графически в том числе. Потому что матанализ – это гуманитарная дисциплина. Она закладывает то же самое, что и для гуманитария, она закладывает основы дальнейшей математики. Потом уже можно, так сказать, более излагать, так сказать, более жестко там вести себя. Хотя, в общем, любые курсы, если вы посмотрите лекции, так сказать, замечательных людей или почитаете хорошие учебники, ну, очень многие из них действительно изобилуют примерами, и контрпримерами. Ну, тут непревзойденный мастер, конечно, Фитингольц Григорий Михайлович, его книжка, да, это, ну, это понятно, что это шедевр, а, так сказать, непревзойденный, и, в принципе, мы, на самом деле, так сказать, если бы можно было излагать вот матанализ чисто по Фитингольцу, ничего больше не надо. Но, к сожалению, время всегда ограничено, и это, так сказать, и ограничены возможности студентов. Вот. Но вот там, да, там на каждый какой-то признак сходимости там ряда. Вот будет дан пример его и контрпримеры, где он там работает, а где он не работает, какие пограничные случаи. Вот, все это вот разжевано, ну, не то, что разжевано, все это проиллюстрировано, вот все щели матанализа, так сказать, они, значит, показаны на примерах. Вот. И это вот, вот так и надо писать, излагать математический анализ. Вот, но при этом, ну, значит, также как бы из этого следует, хороший лектор по истории, наверное, ну, я так сейчас придумываю, но, наверное, так. Он должен ведь не только, так сказать, доходчиво изложить, как располагались пушки, что и были, он еще, ну, если это лектор, но он должен, наверное, еще это хорошо изложить так, чтобы слушателям было интересно. Вот я слушал лекции, мне так попалось, будучи студентом, ну, по философии в МГУ и по истории, ну, да, по истории, наверное, или просто по русской литературе. Там был профессор Илюшин, он недавно скончался, чуть не в этом году. Ну, вот это было шедевральное, значит, изложение курса. Я сидел с открытым ртом. Ну, я вообще-то учился в МАИ, в другом институте, приезжал. Вот, и с открытым ртом просто слушал, так сказать, как он излагал писателей поэтов 19 века. Да, то есть я, конечно, никогда не думал, что так бывает, вот, но, то есть, понимаете, с одной стороны, он, я до сих пор некоторые вещи помню, да, а с одной стороны, он передал, так сказать, то, что нужно было, изложил русскую литературу, но как это было сделано? Аудитории были переполнены, так сказать, да. Там, или, ну, Успенский Владимир Андреевич, так сказать, да, вот, который читал, кстати, математику, тоже в МГУ читал, ну, это ученик Колмогорова, читал математику как раз для гуманитариев. Ну, там, вот у него специально так было. Ну, я попадал на некоторые лекции там, по нестандартному анализу, в частности. Буквально, это были лекции дополнительные в МГУ тогда. Буквально в проходах сидели на ступеньках, на проходах. Вот, да. То есть сначала нужно было, если придешь за полчаса, ты сядешь за парту, там потом не всем хватало даже места на полу.
вот, и он так читал, ну, это, конечно, шедевральный человек был. Вот это, вот так, конечно, нужно изучать им математический анализ. Вот, да, тоже можно отметить, ну, это немножко все же так вот, ну, тоже для гуманитариев, вот это вот то, что Саватеев делает, вот его стиль изложения, это вот тоже, конечно, находка, это очень ценно. То есть это тоже подтверждение тому, что я говорю, что матанализ это гуманитарная дисциплина. Да? То есть надо вот изложить это как. Конечно, мы не всегда так можем излагать, как, так сказать, мог делать Успенский, Саватеев, так сказать, и профессор Илюшин в математике. Мы должны как-то, так сказать, чуть поболее строже, наверное, излагать. Но, тем не менее, мне удавалось вот на лекциях матанализа, так сказать, делать так, что студенты не хотели уходить от нее, так сказать, вот, если бы такая возможность была. К сожалению, там вот в прошлом году мы начинали читать, и был дистант, ну, тут были несколько ограничены были мои возможности. Вот, но даже, так сказать, дистанте удавалось, так сказать, завладеть аудиторией. Ну, вот сейчас как раз 1 сентября у меня будет первая лекция. Вот как раз по матанализ я, можно сказать, волнуюсь перед тем, как ее будут читать. Вот, поэтому матанализ действительно это очень красивая математическая дисциплина. Она неоднородна. Ну, мне больше всего нравится классическая теория пределов. Ну, по причинам я уже сказал, да, вот как мы сталкиваемся с бесконечностью, так сказать, это такой чарующий, так сказать, возможности. Ну, и потом действительно понятие предела лежит в основе, так сказать, почти всех остальных конструкций математического анализа, будь то производные, будь то интегралы, будь то ряды, да, вот это вот задача на последовательность, она такая классика. А мне нравится еще дифференцируемость функций многих переменных, вот эта классическая разница между дифференцируемостью и существованием производных, то есть когда дифференцируемость не означает, так сказать, да, существование, точнее, существование производных не означает дифференцируемости функций многих переменных. То есть дифференцируемость понимается вот именно как представление превращения функции. А мне нравятся интегралы вот Риммана, конструкция интегралов Риммана, верхняя, нижняя сумма Дарбо, вот это вот такое некое ковыряние. Ну, определенный интеграл, неопределенный интеграл как бы не очень интересно, вот определенные интегралы. А многомерный не очень мне это нравится. Ну, теория меры, как бы она, по мне так это ближе уже как бы к функциональному анализу. Мне не нравится всякая, мне все нравится, в меньшей степени мне там нравится всякая теория поля, вот эти контурные интегралы, хотя там есть красивые, конечно, с контурными интегралами, но тут красота ТФКП, тут, так сказать, такие же там вещи, да, когда там контурный интеграл либо не зависит, так сказать, да, там, от пути, мы замечаем, там, или он равен нулю. Нравится теория рядов, такая классическая, в том числе функциональных. Вот ряды Фурье, ну, в некой меньшей степени, потому что ряды Фурье, это там мы выходим вообще, ну, то есть это как бы относится к матанализу, но это такой уже матанализ в сторону теории функций. И такое вот изложение подробное рядов Фурье, оно технически обычно очень-очень сложное. Эти условия Дини и так далее. Ну, как известно, что от того, что функция непрерывная, не означает, что ее ряд Фурье сходится к ней. Да, есть даже непрерывные функции, вот Колмогоров построил, ни в одной точке ряд Фурье ее к ней не сходится. Да, и нам нужно строить вот эти более тонкие классы функций, где это сходится. И техника доказательства теорем рядов Фурье, вот она очень-очень очень сложна. И я даже не знаю сейчас, как это лучше, так сказать, в институте это делать, ну, даже на третьем семестре, когда я напишу книжку по третьим семестрам. Вот, вообще, ну, мне, конечно, теория рядов Фурье больше нравится в изложении гильбертовых пространств, да, там сразу, так сказать, уйти в функциональный анализ, так сказать, там доказать пару теорем про гильбертовое пространство, и тогда с рядами Фурье все станет более-менее понятно. Вот, но это, очевидно, не совсем всегда возможно, да, матанализ, он требует, так сказать, вот классического такого изложения Фурье. Там, конечно, обычно очень-очень тяжелая техника. Ну, как я уже сказал, это просто выход уже в теорию функций. Это результаты рядов Фурье. Ну, вот они как бы были завершены в первой половине
ну, даже первые трети, наверное, 20 века. То есть, с одной стороны, это не такие старые результаты, как там теорема Вейерштрасса, теорема Каши, а с другой стороны, ну, это тоже уже как бы некая такая классика. Вот, ну, там это, как бы, называется, поживем, увидим. Вот, зачем нам нужен матанализ? Ну, глупый вопрос. Так сказать, если нам нужна математика, то нам нужен матанализ. А если, ну, потому что, как я уже сказал, без матанализа нет математики. Это как бы, вот, поэтому, если мы готовы жить без математики, наверное, есть люди, которые, ну, без иронии говорю, спокойно живут без математики. И, наверное, многим она и не нужна. Ну, а если включать про математику высшую, конечно. Ну, я тут как-то не очень могу с вами согласиться. Жить-то, знать-то они, может быть, не знают, но вообще весь окружающий мир, который, мир вещей, который у нас создан, он создан уже в те времена, когда матанализ был, когда им руководствовались инженеры и все прочие. Вот, не-не-не, я имел в виду, не нужен матанализ лично для человека. Да, в личной жизни, да. Но в личной жизни он, может, и не нужен, да. Да, не всем. Ну понятно, что да, без матанализа... В личной жизни матанализ, может, и математику не очень нужен. Достаточно там уметь рассказывать стихи. Ну, нет, все-таки, если ты хочешь там заниматься математикой, пойдет матанализ. Ну, тут... В личной жизни? Должен быть. Нет, я имею в личной жизни, ну, не в личной жизни взаимоотношения с противоположным полом, а в личной жизни лично для самого человека. Да, вот, да, 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 да. Надо знать французский язык, да, наверняка есть люди, как можно не знать французский язык, там же столько литературы. Ну, наверняка есть такие гуманитарии, да, которые как без французского языка может вообще что-либо понимать. Я вот не знаю французского языка, я спокойно как бы живу, да. Вот, нет, но я имею в виду в профессиональной деятельности. Конечно, матанализ, это по тем же причинам, поскольку это в основах лежит, он зачастую непосредственно применяется. Да? Те же самые интегралы, когда нам нужно вычислить там какие-то там площади, длины кривых, вот как раз без матанализа никак. Там. Производные всякие понятия скорости, это тоже, так сказать, без матанализа никак. Была вот, я не знаю, чем дело кончилось, но, по-моему, это разрешено соответствующими правилами, когда значит, доказывалось, что средняя, ну, когда скорость автомобиля, чтобы доказать, что он ее превысил, значит, делается так, что есть какой-то перегон, может быть, даже туннель, есть ограничение скорости, но камера есть, условно говоря, в начале и в конце, а в середине, ну, нет возможности заехать, съехать, ну, то есть вот человек едет по этой, а фиксируется, значит, соответственно, не сколько скорость, ну, человек видит камеру, лихач, он притормозил, 60 проехал, газанул, а то и потормозил и проехал. То есть, если камера смотрит только на, значит, скорость текущего проезжания, он не заметит его. Вот. Но фиксируется еще время проезда. Зная расстояние, которое не может быть меньше, чем там какая-то величина, и зная время, можно доказать, это вот как раз факты стандарта, теорема Роля, ну или там Каши, как раз это в том, что если... Ну, если наша средняя скорость там была выше, то существовала такая точка при езде машины, где скорость была выше, чем установлен лимит. Причем мы это не можем за руку. Там был, по-моему, судебный, чуть не в Верховном суде было разбирательство, но, по-моему, тогда признали такой метод действительным. Вот, да, вот тоже вот это как раз вот матанализ. Ну, скорость – дело непрерывное, ну, изменение движения автомобиля – функция непрерывная. Вот использование матанализа, так сказать, вот совсем в таком быту. Вот. Ну, я уж не говорю, что если человек, ну, каждый из нас знает, что такое скорость, там, более-менее, да, там, машина, о, едет 60 км в час, смотрим на спидометр, ну, особенно чуть за скорость. Что такое скорость, да, вот если мы начнем думываться, что такое скорость, мгновенная в том числе, да, ну, переменная скорость. Вот если у нас, как в школе, там катер из пункта А в пункт Б выехал, так сказать, со скоростью 60 км в час, там, пешеход, ну, или как там, автомобиль 60 км в час, ему на встречу выехал велосипедист 10 км в час, там они через 3 часа встретились в такой-то точке, да, найти и там расстояние между пунктами А и Б. Но в таких ситуациях, здесь заметьте, всех таких школьных задачах, скорость, она постоянна. Ну, вот она... И, ну, есть более сложные задачи, конечно, сейчас уже, да, когда может быть ускорение постоянно, когда скорость там, ну, там бывает, когда нарисован график, тоже найти там, где было ускоренное движение, где не ускоренное. Ну, это качество, скорее, исследование. Вот. А если мы в таких задачах допустим, что этот автомобиль меняет скорость,
и не обязательно, так сказать, линейно ее увеличить. Но что такое скорость автомобиля? Вот я езжу, у меня спидометр туда-сюда, то есть, да. Вот что это за показания? Да, казалось бы, вроде бы все очевидный вопрос, что, ну, что такое скорость 60 км в час? Это такая скорость, двигаясь с которой за час мы проедем 60 км. Но это, опять-таки, это постоянно. А если она не постоянная, то куда мы уедем? Вот, да? И, казалось бы, вот такая простейшая задача, совершенно жизненная. Но человек, который не знает, что такое, что скорость – это есть производная, а производная – это уже понятие математического анализа, он, вообще говоря, не сможет этим оперировать. Так же, как вот такой, знаете, есть уклоны, значит, знак уклона, и там написано 12%. Обычно 12. Кстати, на самом деле там должен бы стоять реальный уклон, а 12 просто максимальное. А уклон, значит, это 12% чего? Это промилле. Так скажу, что промиль. Промиль, условно говоря, это как раз тысячная доля угла на производную. То есть взять вот наклон, взять его производную. То есть на самом деле, ну, примерно человек понимает, а, ну, уклон тут большой, тут маленький, там. Но, в принципе, для того, чтобы вот эти промилле соотнести с реальностью, то есть узнать, какой угол-то вообще там будет, вот, нам тоже понадобится математический анализ. Ну, и таких примеров, конечно, можно множить много, так сказать, особенно в неоднородных средах, так сказать, там вот воздушные, или там, например, понимание там, сопротивления среды, да, которая пропорциональна скорости. Ну, это уже мы уходим как бы в дифференциальное уравнение, но тоже это, в общем-то, элементы матанализа. Да, там, или если мы хотим, вот у нас есть радиоактивный какой-то радий, вот у него есть полураспад такой-то, да, сколько у вас останется через там, 150 часов, например. Да, тоже это, так сказать, мы должны скорость соотнести, ну, по сути, написать дифференциальное уравнение, простейшее его нарисовать. А, там всякие кривые, касательные, вот понять, что такое касательное. Вроде бы как же человек примерно понимает, но, тем не менее, так сказать, это требует определенных, ну, так сказать, математическую культуру, чтобы понять, а где касательно существует, где она не существует. А, ну, потому что есть такие как бы области, да, где она может не существовать касательно. Или существовать не единственное, если мы ее, ну, там по-разному определяем. Я уж не говорю про ряды, вот это, да, там черепаху из Хилл, да, там понятие, или там ряды, которые, когда мы имеем бесконечную последовательность положительных слагаемых, что она может быть ограничена. А, так сказать, или наоборот, неограниченно. Но тоже, опять-таки, мы сталкиваемся с... Это никак иначе без математического анализа понять будет невозможно. Там объемы всевозможные, так сказать, тоже требуют достаточно сложного математического анализа. Короче, конечно, это без математического анализа не было бы никакой инженерной, современной инженерной такой науки. Ну, не было бы просто, собственно, математики, инженерии, так сказать, корабли, так сказать, наверное, как-то там Петр Первый могли на глазок это делать, значит, да, но, так сказать, двигатель уже не создать. Вот. Поэтому действительно вы правы, что все вокруг нас, все, что сделано, но сделано, ну, почти все, ну, кроме, ну, не, может быть, какой-то там искоряги, знаете, было в 70-х годах и 60-х, там, модно, такая была, когда находилась, сказать, коряга, вот она как-то из нее там домового там видели, что-то по частам, человек ее, хотя, да, хотел сказать, ее там поточило, а нож сделал тут уже сталь, выплавить без матанализа. Выставка поделок из некрашенных корней, да. Так. Ну, да, 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 ну, здесь можно что-то такое там, наверное, мотыгу какую-нибудь палку взять, вот, но в реальности, конечно, и питание наше, и телекоммуникации, интернет, компьютер, ну, это все требует инженерии и не очень далеко надо копать, чтобы найти до того места, где людям потребовался математический анализ. Поэтому математический анализ, он везде. И нейронные сети, анализ данных, да, там тоже, ну, там, конечно, вот анализ используется, так сказать, в ограниченных формах, но это он используется теми, кто использует корешки, уже как вершки. А те, кто погружается в корешки, то там, ну, снова нам нужна современная математика. Вот. Есть у матанализа конкурент, вот чем можно закончить. Есть у него конкурент серьезный,
который многие-многие вопросы мета-анализа на самом деле может взять на себя. Другое дело, что это конкурент, он немножечко сложноват, так сказать, и практически не столь удобен. Но на самом деле многие-многие моменты мета-анализа можно изложить с помощью топологии. Вот, понятие предела, да, ну, собственно, оно и сейчас вводится, в том числе и топологически, да, с помощью окрестностей, вот, но, тем не менее, понятие сходимости последовательности, к них можно сделать и с помощью топологии. Понятие непрерывности отображения там, ну, или функции тоже можно изложить с помощью топологии. Формально топология не требует конструкции математического анализа. Она требует, так сказать, некой теории множеств, да, там, выделяем систему окрестностей, ну, неважно, как мы там все задаем. Дальше мы из этой топологии можем понять, что есть непрерывная функция, отображение там называется, да, пределы, ну, интегралы там, наверное, нет, хотя в каком-то смысле тоже, наверное, можно. То есть есть альтернативный подход вот к мета-анализу, но это все-таки это, ну, во-первых, это довольно сложно воспринять, это обычный человек это воспринимает, но это уже тогда, когда он мета-анализ хорошо знает. Если он не смог выучить мета-анализ, то топологию он общую тоже не выучит. Да, и еще последнее, часто такой миф есть, ну, я очень еще люблю функциональный анализ, мы про него, наверное, говорили, но можем как-нибудь еще поговорить, это крайне популярная такая тема, надо сказать. И люди, когда они начинают изучать функциональный анализ, им начинает казаться, такой есть миф, что, слушайте, а вот, ну, понятно, мета-анализ там для детей, вот функциональный анализ – это то, что надо, и нельзя ли, не следует ли мета-анализ из функционального анализа? С одной стороны, да, многие понятия математического анализа обобщаются в функциональном анализе значительно, так сказать, дальше, глубже. Но на самом деле, если мы захотим из функционального анализа получить какие-либо следствия там, для практики, то мы неизбежно почти всегда мы упремся в пример математического анализа. Мы ввели какую-то абстрактную конструкцию. Когда начинаем ее применять, мы сталкиваемся с теми же самыми интегралами, числовыми рядами, пределами и так далее. Да, то есть вот, функциональный анализ – это очень классная вещь, но в теории управления можно ее так круто применять, и в теории чисел даже. Но как только мы начинаем вот спускаться, то мы на самом деле все-таки во многих случаях мы должны, так сказать, опуститься на математический анализ. То есть абстрактные там какие-то вот эти открытые множества, ну, отлично, мы их запостулируем, они открытые. Вот. Но если мы захотим видеть пример открытого множества, такой вот характерный, то мы начинаем его делать как раз вот то, что изучается в математическом анализе для функций многих переменных. Ну, и это касается и тех же самых интегралов и так далее. Вот. Поэтому без мета-анализа ни туда, ни сюда. Как пелось в одной песне, да, без воды никуда не сюда. Мета-анализ, наука, с одной стороны, сложная, с другой стороны, она логична. И ее, в общем, можно изучить, если ее захотеть. Там нет каких-то сложнейших, таких каких-то абстрактных конструкций, которые были бы недоступны для там, современного инженера. Я в это глубоко верю. Только надо брать, конечно, не курсы там, более там, сложные, да, там, какие-то тоже. Камынин, Зорич, например, замечательный учебник, очень люблю, ну, там предел по базе начинается, это, конечно, очень здорово, это очень правильно, но это, по сути, топологическое предело, но это не для первого раза, при всем уважении, так сказать, к самому Зоричу. Да. Вот, поэтому надо изучать мета-анализ, коллеги. Да. Но помнить, что мета-анализ – наука гуманитарная, и, соответственно, она и заложит ваши основы. Вот как-то так. А вот меня очень взволновала ваша мысль, вы ее высказали как в самом начале, вскользь. Вот если человек не понял мета-анализа, ну да, программистом он сможет стать. Как что-то такое, да, говорили вы, да, или да, я ошибся? Да, да, говорил, сможет стать программистом. Без мета-анализа? Да, вполне. А это не расхолаживает программистов к изучению мета-анализа? Сейчас ведь все хотят учиться на этих самых прогов, программе. Значит, нет, здесь все очень просто. Значит, есть два варианта. Значит, есть такие же, как, знаете, вот шахматисты, вот там
были вот а-ля Ботвинни, которые, да, там, сказать, математик называется, а были гуманитарии, по-моему, так к этому относился. Ну, там есть какая-то ситуация, да, которую вас, в принципе, математику не воспринимали. А можно делать карьеру программиста, ну, человек, ну, то есть для программирования математика вообще не нужна впрямую, во многом. А, и можно это делать. А, но здесь есть один такой существенный момент. Дело в том, что программист – это так же, как спортсмен профессиональный, ну, если мы говорим программист-разработчик, молодой студент, а это ограниченная по времени возможность. То есть 45 лет идти на разработку. Ну, сейчас, конечно, когда тут такие обвалы, наверное, так сказать, можно устроиться, да, но тем не менее программист он должен делать карьеру. И его карьера, она от написания там кода, она идет в сторону некого тим-лидерства, тех-лидерства там, в архитектуру, ну, то есть на какие-то там анализ данных, да, то есть на некоторые ступени несколько более, ну, как бы более высокие. Вот здесь математика как раз нужна. И она нужна отнюдь не только для того, чтобы понимать, что такое нейронная сеть, можно на самом деле делать и так. А это математика, это такие, ну, не только же, не то чтобы soft skills, а middle skills. То есть это то, что даст возможность вас назначить начальником. А поясню, что имею в виду. Вот есть программист, да, вот я там руководитель, вот мне нужно кого-то назначить. Есть, ну, или я просто ищу на позицию такую вот уже мен, ну, такую, ну, какую-то более серьезную. Если я вижу, что человек знает матанализ, ну, во всяком случае, так сказать, он математически грамотен, у него шансов намного больше. А, кроме того, ну, я уже приводил такой пример, когда там, значит, ну, участвовал я в одной, значит, это было лет 15 назад, участвовал я, ну, была одна какая-то крупная компания, где нанимались сотрудники, в основном, там по экономике, это в экономической, было как бы, да, бизнес-структуры нанимались, значит, там были высокие зарплаты. А я был, ну, в том числе, когда мы смотрели резюме, то есть люди, которые, ну, кандидаты на поступление, значит, я участвовал в этом интервью. А работа касалась там, ну, экономической аналитики, то есть это брали экономисты. Вот мы вообще отказывали, ну, зарплата была, хочу сказать, зарплата была много выше, чем средняя, да, то есть на эту позицию много-много претендовали, да, мы могли отбирать лучших, это не лишь бы заткнуть дыру. Ну, там специально требовалась такая задача. Вот. И ни один экономист, выпускник экономических вузов, близко там не прошел даже быстро. Да? Отдавалось предпочтение математикам с мехмата, теоретикам, физикам, но только теоретикам. Иногда попадались филологи профессиональные, ну, заканчивающие филфак МГУ. Это все те люди. Почему они проходили, их назначали? Потому что это все те люди, которые могли быстро, грамотно работать с большим объемом информации, в том числе и формализованным. То есть вот задача там, ну, одна из, ну, сейчас вот несколько упрощаю, но примерно так. То есть вот есть какие-то распечатки каких-то отчетов аналитических, там, от такой группы, там, эта статья такая-то, нужно этот материал, прочитать, среферировать, проанализировать, ну, и сделать дальнейший отчет. Ну, например, вот такая задача. Умственно. Это не техническое трефирирование, так сказать, не Ctrl-C, Ctrl-V. То есть надо понять, что было у этих, да, что общее, что не общее, не изложить. Вот задача. За это платим большие деньги. Но экономист, он не сможет это прочитать. Просто не, ну, когда он увидит, так сказать, в ограничении, ну, просто, так сказать, не хватает умения обрабатывать большой учет. А физик, теоретик, да, математик, если он, особенно профессионально, там были просто знающие матанализ, там были просто ребята, заканчивающие мехмат по, так сказать, математическим дисциплинам, понимаете, если он в математике смог с мудреными формами распознать, он и эту информацию воспринимает. Вот еще филологи, да, вот они тоже умеют быстро прочитать большой, как бы, да, роман, быстро из него там что-то выжить. Да, вот филологи тоже обладают такой особенностью. А экономисты, например, нет. Вот, ну, понятно, к чему я клоню, да, что математика, она нужна вот для этого. Она нужна для того, чтобы у вас был багаж знаний, который вас выведет вперед. Ну, я уж не говорю о том, что вот этот багаж знаний, он ведь действует не конкретно.
так сказать, не, точнее, не всегда конкретно, это некий бульон, но если ты человек грамотный в разных науках, ну, там, математике, то скорее ты найдешь более правильное решение какого-то программистского проекта. Поэтому, если вы хотите стать программистом, ну, так сказать, вот, не просто кодером там, а который там покодит, и потом как бы его заменят на другого, более молодого или там с индуса какого-нибудь, да, там запросто сейчас аутсорсинг. Вот, а если вы хотите, то вам нужно базовое образование. По программированию вот такого базового курса, пожалуй, нет. Ну, там есть книжки, но ну, вот это все, конечно, хорошо, все не то. Понимаете? То есть вот если вы, у вас должна быть какой-то такой этот бэкграунд. Вот этот бэкграунд лучше, чем матанализ, ну и другие разделы. Теория вероятности, конечно, еще надо. Вот, а это вот лучше, что может быть для программиста. Поэтому для программиста изучение матанализа совершенно необходимо. Но, еще раз говорю, есть исключения. Есть люди, которые действительно не способны воспринимать, ну, очень, точнее, не то, что не способны, очень сложно воспринимать математику. Есть такие категории людей, при этом они могут достигать хороших успехов, в том числе и в программировании. Вот здесь это я не хочу абсолютно сказать, но в 99 случаях математика для программиста а, доступна, и б, будет крайне полезна. Не то, что вы в коде будете использовать теорему Веерштрасса. Ну, знаешь, теорему Веерштрасса вам будет лучше, вы будете лучше работать с памятью оперативно. Если вы работаете там на C++, там, вы будете лучше понимать, что нужно использовать смарт-указатели и так далее. Вот как-то так. Я вот на что обратил внимание в этих ваших словах, что вы сравнили со спортсменами программистов. Да. Действительно, ведь судьба спортсменов какая? Если он, значит, вот, ну, большой спортсмен, заканчивает свою карьеру по возрасту, и он становится либо тренером, либо еще какая-то такая... Вот, успевается. Либо вот это самое плохое. И получается, что у программистов тоже, если ведь работа начальника предложена будет далеко не всем, не потому, что они плохие, а потому, что начальников столько не нужно. Нет, тут, ну, во-первых, да, но, во-вторых, здесь так. Конечно, там есть не только начальники, как начальники, там есть, ну, то, что называется сеньор, да, это человек, который не просто уже ходит, он уже как бы руководит группой. То есть тут начальников много. Играющий тренер это называется. Конечно, их меньше, чем как бы кодеров, да, вот, но, тем не менее... так сказать, можно идти больше в архитектуру, то есть, ну, там есть возможности карьеры программиста, но действительно, вот ситуация 21 века, она такова, что, да, программист как спортсмен, потому что эта индустрия очень быстро работающая, да, то есть тут, в отличие от математики или физики, там полгода ждать результата, там, эксперимента никто не будет. Вот, все должно быть очень быстро, все должно быть эффективно, и это бизнес. Соответственно, так сказать, и программисты либо они вырастают в таких, знаете, столпов, которые, может быть, меньше кодит, но его держат за то, что он там знает проект, понимает, его развивает, вот то, что я и говорю. А если он не обладает такими знаниями, просто может тупо кодить, что ему скажут, но его легче заменить на другого. Вот, понимаете, и ты просто не выдержишь физически конкуренции, так же, как спортсмен. Почему? Ну, да, спортсмен 45 лет, наверное, пловец будет отлично плавать там, но как бы в бассейне, где я купаюсь, да, но не там, где с 18-летними парнями. Да, не уже... на олимпийских дистанциях, да. М? Не на олимпийских играх. Да, понимаете, он уже конкуренции не выдержит с, так сказать, с молодыми ребятами. Ну, это везде так, но программирование – это вот одна из таких моментов. И кроме того, программирование ведь в отличие от ряда других занятий, она требует ведь постоянного изучения материала. То есть меняется очень быстро. То есть сейчас мы писали так, сейчас мы пишем уже сейчас эдак. То есть вот эта смена парадигмы, ну, за полгода все может меняться. Был блокчейн, сейчас нет блокчейна. О, там, сейчас у нас такой язык программирования, сейчас у нас SQL. Ну, то есть это надо держать вверх нос по ветру, надо читать техническую документацию, там, смотреть обзоры. Ну, то есть как-то вот в этом всем вариться. И вариться придется постоянно, потому что все усложняется. А все, и это быстро очень усложняется, увеличивается, все меняется. Знаете, пока вы там изучите основу какого-то языка программирования, так сказать, мир шагнет уже дальше. И нет, есть, конечно, такие, так сказать, ошметки, да, есть задачи, так сказать, какие-то простые, которые, так сказать, всегда
программист какой-то корм себе найдет, но так вот всерьез, да, а это просто уже мозги должны быть на это настроены. Вот математика как раз в матанализ он этому-то учит. Сейчас тут пределы, потом производные, потом интегралы. Если ты вот научился за полгода, за год сложные вещи так изучать, тебе будет полезно их при программировании. Да. Да, жизнь какая непростая штука-то. Вот они молодые. Она сложная, как говорится, открывается легко. Потом раз конь-то у них похудел, да, истощился, и уже так не везет их. А математика, она вечна. А математика, да, куда ни денешься. Да. Это одна из книг по вот это вот, ну, как сказать, из цикла Николя Бурбаки. Там был такой эпиграф в виде некой такой сказки, что один китаец учился убивать драконов там 20 лет или 25 лет. Он сдал все экзамены, получил все, значит, аттестаты. Вот. И вопрос стал, чем он будет теперь дальше заниматься, потому что драконов-то нет. И он стал учить убивать драконов. Стал учить охоте на драконов других. Также вот это был там какому-то разделу, то ли там кольца, то ли еще что-то, ну, какая-то такая алгебра была, да? Вот они сравнили, Николя Бурбаки сравнили это дело, вот, математику с такой вот бессмертной наукой охота на драконов. Да. Ну, Бурбаки, они, конечно, так сказать, я вот здесь согласен, с Арнольдом, хотя я вообще не очень, как бы, его, значит, но здесь я с ним согласен, что действительно вот этот французский подход, они выхолостили из математики какую-то, так сказать, живую часть, попытались все заформализовать, но это, во-первых, не решило задачи главной. Да? То есть все равно основные понятия математики, они интуитивные, там функции, точки, множество и так далее. Да. Вот. Но попытка, так сказать, все изложить вот прям так жестко, она приводила к тому, что тот же пример, да, когда человек спрашивает, ну, там, школьника, который учился вот по таким, чему равно там 3 плюс 2? Ответ, это равно 2 плюс 3. Понимаете, ответ правильный. С точки зрения алгебры гениальный. Ну, это понятно, что это искусственный пример, конечно, да? Вот, но, в принципе, есть... Я помню сам, вот тут, когда Владимир Андреевич читал Успенский вот, по нестандартному анализу, это был на Мехмате, такой был дополнительный курс факультативный, там он, значит, ну, спросил студентов, так сказать, а что такое произведение, ну, двух положительных чисел? Это, говорит, функционал на R2. Понимаете, то есть, вот, а, ну, в итоге там он-то имел в виду, что это площадь, на самом деле, да, вот, и произведение площадь. Вот. Или еще, как рассказывает такой у Гельфанда, в семинаре Гельфанда, это уже байка, ну, это не байка, это уже, как бы, известный факт, значит, делал доклад один теоретический физик, значит, и, ну, он делал там, знаете, и его тебя спрашивает, а какой конкретный математический смысл вашей физической абстракции? А, как и физик, конечно, так сказать. Ну, а физик, так сказать, серьезный. Ну, Гельфанд это не простой, там, так сказать, вот, туда-сюда. А ответ оказался, что это был функционал. Потом математик сказал, это вот функционал. Вот, понимаете, то есть я к тому, что... Ну, нет, это тоже нужно в математике там круто закрутить. Но вот матанализ – это как раз... те ворота, в которых вот как раз не надо еще ничего закручивать, если надо как раз вот художественно показывать. Топология, она уже может быть и не гуманитарная наука, а вот метаанализ гуманитарный. Ну, во всяком случае, вот так надо представлять. Ну, понятно. Ну, вот тема-то горячая была, меня она взволновала. Так вот я скажу. Я хоть пока делал вид, что сижу, а на самом деле у меня внутри все прыгало и скакало. Вот. Ну, ничего не хотите добавить? Да нет, пожалуй, так сказать. Ну, спасибо вам, спасибо нашим зрителям. Особое мое приветствие тем зрителям, которые пойдут вот 1 сентября учиться или в школу, или в вуз, или там в колледж. Вот. Ну, и наверняка вы будете изучать в той или иной форме математику, скорее всего.
Если это не, так сказать, балетное училище, наверняка математика у вас будет. Почти наверняка. Да, вот так вот. Так что матан учите. Матан, по-французски матант, моя тетушка. Да? Вот. Полезно знать французский, так сказать. Матан, моя тетушка. Вот так. Ну все, дорогие зрители, не забывайте мой канал, подписывайтесь. Романа Вячеславовича есть свой канал, у меня на него ссылочка есть и под видео, и в конце видео, там, значит, есть финальные заставки, как так называется. Все. Ну, До до свидания, свидания. дорогая публика.